Вот так я запекаю рульку. Она, короче, пеклась 1,5 часа. Сейчас я разрезала рукав, тут чесночок, лавровый листик. Сейчас отправлю еще минут на 30 в духовку. Она зажарится. И очень будет вкусная рулечка. Она уже схватилась в рукаве. В рукаве уже схватилась. Такой аромат. Она паром в рукаве прошлась. Теперь запечется и будет песня. Будет песня. Добрый день. У меня сегодня завтрак, не завтрак, обед, наверное. Уже 12 часов дня я только ем. Запекла такую себе рулечку в рукаве. Я думаю, вы увидели. Такая красивая, зажаристая, сочная, мощная. И тут у меня картофельное пюре. Будем сегодня с вами обедать. Кто со мной обедает, всем приятного аппетита. В пюрешке сливочное масло, яйцо и молоко. Ой, пюрешка такая, без комочков. У меня, кстати, пюре самое вкусное, наверное, в мире. Обалденное. Рульку сейчас попробуем с вами и оценим. Хорошо запеклась. Зажаристая такая, корочка. Так, и как вы думаете, я ее всю съем или нет? Мне кажется, я такая голодная, что готова всю ее съесть. Так, сейчас порежем ее. Посмотрите, какая горячая, вкусная. Так, ножом таким режу, потому что этот нож острый. Чесночок так пропитал мясо. Ну просто прелесть, просто прелесть. Немного малосольная. Единственная в этом проблема. Это песня. Это, конечно, песня. Сегодня вам расскажу, что у меня утром было. Так, сейчас отрежу. Горячая только с духовки. И, конечно же, всем приятного, приятнейшего воскресного аппетита. Не знаю, кстати, воскресенье – это день такой, день семейный. Вот это что-то приготовить вкусное, посидеть. А я с вами сижу. Посидеть, пообедать вкусно. Это воскресный день того обязывает. Люблю, кстати, такую прическу делать. У меня волос хороший, мощный, объемистый. Красиво получилось. Кстати, на днях пойду постригаться. Ну, на днях, на неделю, не знаю, посмотрю. Что хочу вам рассказать. С утра позвонила мне знакомая немка. Не русская немка, никакая знакомая. Именно немка, она коренная немка. Позвонила, напрашивается в гости.
спрашивают, вы сегодня свободны, можно прийти? Для тех зрителей, которые не понимают, как я общаюсь с немцами, есть Google-переводчик в телефоне, и по нему я общаюсь с немцами. Он, в принципе, для этого и создан, для общения. Что хочу сказать? Напрашивается в гости. Я уже рассказывала про нее, у нее собачка Пудель такой. Я ей пишу. Возможно, вечером можете прийти. Но она не молодая, она в возрасте. Ну, как в возрасте, не, так, не в таком уже преклонном. Ну, как моя мама, можно сказать. Я говорю, можете прийти ближе к вечеру. Но говорю, только или с собой сменную обувь перейти, переобуться, домашние тапочки, либо же у нас есть тапочки, потому что вот у немцев есть привычка ходить в гости и не разуваться. Она в прошлый раз тоже приходила, пыталась не разуться. Я говорю, нет, нет, нет. Они нет, нет, нет. Она знает, что такое нет. Я вообще вот это не понимаю. Я убираю в квартире. Квартира пусть не моя, но я убираю. Я не могу позволить, чтобы мой труд вот так наплевали на мой труд. А у немцев в менталитете есть такое прийти в гости не рассудиться. Не у всех, возможно, но у большинства, наверное, есть. Не говорили. Потому что, когда просишь рассудиться человека, они смотрят на тебя квадратными глазами. Я не понимаю, на улице не очень чисто. Что-то эту всю грязь заносить в дом. Она меня знает, она знает, что я с характером, что со мной лучше не спорить. Ну, коль ты идешь в гости, так следуй правилам тех людей, кому ты в гости идешь. Я лично так считаю. Мне лично обидно, я убираю. Стараюсь, чтобы порядок в доме был, чистота, и чтобы кто-то пришел, не рассулся и потоптал. Летом приходили, в том году приходили эти службы, снимали показания счетчиков в ванной. Я тоже их заставила рассуться. Я не пустила в ванну опустыми. Это же я говорю, это неуважение к человеку. Ты приходишь в дом к человеку, и ты не уважаешь, ты наплевательски относишься. Пусть не пишет. Сегодня мы думали пойти погулять, я хотела в одно красивое место поехать, наснимать, но не знаю, ветер такой, может сейчас прекратится, поедем, погода не радует. Рулька очень-очень вкусно приготовлена. И на холодец можно эту рулечку использовать. Кстати, я сколько хотела сварить холодец, никак до него не дойду. Так хочу холодец. Люблю очень холодец. Я варила тут уже. Мне очень понравился.
Напишите в комментариях, вы когда в гости приходите, вы разуваетесь? Потому что есть люди, которые напрашиваются в гости с моих зрителей. Но я обутами никого не пускаю. Ну, мне честно говорили, у немцев менталитет вот это обутыми заходить в дом. Лично для меня это неправильно, это не гигиенично, это и неуважение. В первую очередь это неуважение. Я не могу к человеку зайти в квартиру, в дом, обутая. Вкуснятина. Вот как ни крути, но без мяса, я не знаю, что бы я делала без мяса. Селедку вчера доели. Там кусочек оставался. Вчера эфир провела, так захотелось есть. И поела селедки. Ну, шубу. Сейчас кофеек попахну. Кстати, очень много жира выделилось. Оно паром пропиталось мясом. Чесночок, лавровый листик. И никаких больше приправ не надо. Вот в рульку только чеснок, лавровый лист, соль, перец. Все. Она сама по себе богатая вкусом. Ветер аж раму так шатает. Ужас. Ничего не может быть лучше домашней еды. Ничего. Отлично. Наверное, скорее всего, всю рульку не съем. Потрясающе. Напишите в комментариях, если с вас кто-то готовит рулечку. Возможно, вы как-то ее по-другому готовите. Напишите свой способ.
Ой, наелась. Просто от души, от души. Всем хочется пожелать сегодня отличного воскресенья. Завтра у нас понедельник. Видео записываю и сразу выложу сегодня. Очень вкусно поела. Настроение отличное и желаю, чтобы у вас тоже такое же настроение было. Не знаю, вечером придет, не придет в гости, посмотрим. Снимать не буду, потому что посторонних людей я снимать не собираюсь. Причем тут в Германии такой менталитет, человек может тебе сказать, что я разрешаю снимать себя. И потом ему что-то в голову стукнет и скажет, и подаст в суд. Даже в суд может подать. Только письменное разрешение, а так просто человека снимать нельзя. Я законы знаю, так что я в законах разбираюсь. Ой, Стасик, ты погулять хочешь сегодня? Стасик хочет погулять, пойти, я не знаю. Наверное, пойдем, пойдем. Ну, такая погодка, ветер, если бы хотя бы ветра Мы не было. не поедем, мы по кругу А, ну здесь. хорошо. Я хотела поехать туда, ближе за город, погулять именно Ну, подивимося, на природе. мы вийдемо зараз, на вулиці не холодно, просто вітер. Ну, я сейчас кофе попью. Ой, наелась, надо пойти жарки, наверное, растрясти, да? Ой. Всем хорошого дня. Хорошего воскресенья. Да, всем хорошего дня, хорошего воскресенья. Завтра же понеділок, рабочий день. Так что такие дела. Волчица поела, наелась. И ставите. Рульку поела. Хорошая рулька вышла, нежная. Вкусно. Я ж тебе давала, ты ж. Да. Сейчас ты покушаешь. Может, мне мукбанг снять? Окремий. Ребята, потім Кая выложить. Сьогодні Каїн мукбан, а завтра мой мукбан. Окремий. Так що давайте. Ставте лайки, нажимайте на колокольчик і ставте вподобайки. И подписывайтесь на канал.